Приветствую вас. Сон – это зрительное воплощение наших желаний, поэтому я полагаю, что нужно прислушаться к тому, что вы чувствуете во время этого сновидения. А также то, чего вы хотите, какое самое постоянное, сильное ваше желание, то есть чего вам не хватает. Не хватает вам любви, это одно. Не хватает вам безопасности, не хватает вам чувства защищенности, это другое. Не хватало вам, например, отцовской любви в детстве, это третье. Значит, хотели ли вы себе друга, но по ряду причин, например, не можете общаться с женщинами, с девушками, и не можете с ними дружить, и у вас легче получается находить общий язык с мужчинами, ну, с мужчинами, с парнями, вот. Соответственно, это ваш друг, понимаете? То есть, сон – это ваше желание. И означает сон только то, что вы этого хотите. Что вы хотите вот чего-то, связанного с этим вот мужчиной. Чего именно вы хотите? Это уже вопрос, чего именно вы хотите. Что вам нужно, понимаете, это уже вопрос, это вопрос. И я полагаю, для того, чтобы ответить на него, на этот вопрос, нужно в первую очередь сделать следующее. Значит, нужно вспомнить, когда впервые вам это приснился этот сон. И что было за 2 недели до этого сна, ну или хотя бы в течение 2 недель, что происходило до того первого сна. Так происходит профессиональное, профессиональное толкование сновидений. Вот. Если хотите лучше понять значение сна, то, соответственно, нужно заставлять подробный список того, что с вами происходит, вот, происходило, точнее неделю, 2 недели назад, вот, и будет понятно, значит, что этот сон значит. Вот. Так что, я полагаю, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Еще раз, прислушайтесь к своим желаниям, которые вы чувствуйте во сне, почувствуйте свои эмоции, свои ощущения во сне, что вам хочется, что вы испытываете в этот момент, когда видите парня. Вот. И, соответственно, я полагаю, что именно это и укажет вам на направление этого сна. На этом все, надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.